Количество пострадавших в результате наводнения на Кубани увеличилось до 145. Госпитализированы 13, число жертв не изменилось, погибших 6. В регионе потоплено около 30 населенных пунктов. Некоторые районы до сих пор остаются без света и газа. А в Туапсе по-прежнему нет водоснабжения. Его планируют возобновить сегодня. Оперативные службы пытаются также восстановить автодороги и железнодорожные пути.